Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня мы с вами вспоминаем Рождество Христово. И в этом торжестве торжествует весь мир, радуясь о Богомладенце Христе. Сегодня мы с вами мысленно у Вифлеемской пещеры, в которой родился Христос. И мы припадаем к Вифлеемской звезде, чтобы поклониться Богомладенцу Христу, восславить Его божественное пришествие на землю, воздать Ему за Его страдания и муки, претерпевшие на кресте, нашу любовь, нашу радость, наше взаимопонимание, наше уважение, нашу заботу о близких, нашу любовь к Родине. Пусть же Господь в эти радостные для всех нас дни озарит каждого сердца лучами Своей божественной благодати. Пусть в каждом сердце живет Христос. И если Он будет внутри нас, Он будет в наших семьях, Он будет в нашем государстве. И мир Божий, о котором благословали ангелы, слава Вышнему Богу и на земле мир, пребудет всегда с нами. Храни вас Господь в добром здравии на многое благое лето.